У меня на один только номер. На звонке стоят колокола. И один единственный голос я услышать в ответ боюсь. Бог вчера мне звонил на мобильный, а я не взяла. Интересно, чем я за ханжество поплачусь? У меня, как и у 95 из 100, есть 2000 оправданий и веских, но Бог, он все-таки Бог. Перезванивать он не стал. Да и я бы ему не ответила, все равно. Вот какой между нами может быть диалог? Ты грешила? Пожалуй. Ну ладно, давай, пока. Мне вчера на мобильник с дуру звонил сам Бог. Только где же была божественная рука, когда я собирала битое на куски, излохмаченное, поверженное в бою? Видно, Богу в раю дорого стоят звонки. Так что я ему лучше тоже не позвоню. Мне вчера на мобильник зачем-то Господь звонил. Может, просто ошибся. Может, хотел контракт. Как назло, телефон его номер не сохранил. Ничего необычного. Просто забавный факт.